Постой! Я прямо за тобой. Я тебя знаю. Я с радостью понесу твою ношу. Оружие. Ну, она использует булаву. А, кстати, она у нее может скоро разрядиться. Может. Черт, та броня была лучше. Которую я находил. Фак, с пластинами. Тогда пойдем. А может, еще сковать смогу? На. Лучше находить и ей отдавать, по-моему. А может, я могу с нее снять и улучшить? Хотя нет, не смогу, наверное. Ну-ка, погоди. Я прямо за тобой. Я, скорее всего, не смогу. Показывай дорогу. Соль пустоты. Соль пустоты. Ладно, неважно. Не так уж и сильно прибавляется что-то. Так, сначала нужно разломать все, что разламывается. Потом продать все, что продается. Если, конечно, деньги есть у человека, которого надо продавать. Все это дело. Кстати, да, навыки. Разрушение у меня же... А, фак, серьезно? Она же на 50 прокачала. Ладно, неважно. А, здесь равно 60 нужно. А здесь... Больше ничего нету? То есть, пока я не прокачаю 60, даже ничего сделать не смогу. Ну, это можно. Руны не юзаю. Вот это, наверное, можно прокачать, да. Так, а что у меня по амулетам-то? Так, одежда. Ага, на 7% меньше магии. То есть я могу себе потенциально сделать на 12% меньше магии. То есть прибавить 5%. Окей. Так, сейчас мы это попробуем сделать. Мне только нужно колечко, наверное, будет. Хотя сковать, наверное, могу я, хз. Да, можно сковать, у меня есть серебряный слиток. Пока никто не видел. Такс. Снять зачарование. Все равно не нужно. Так, предмет. Во, серебряное кольцо. Заклинание разрушения расход на 8% меньше магии. На 11 все равно. процента. Хер с ним, гоу. Оно того стоит, я уверен. Не-не-не-не, стоять. Мне нужна подвеска, так, изменю. Так, стоять, я чуть не налажал. Одежда. Да. Мне нужно ожерелье. Чуть не налажал. Говорят, что прокачал бы зачарование, было бы лучше. Чё там прокачивать? Нечего прокачивать пока что. Огненные зачарования накладываем на оружие и броню сильнее на 25%. Господи, советчики, успокойтесь. Камни душ дают дополнительную магию для перезарядки. Херня. Смертельный удар по существам, но не нужно.
Зачарование электричества накладываю. Это не нужно. Мне нужно магия разрушения. Это все, что мне нужно. Ну вот это максимум. Ну сотый левел нужен. Это прокачать. Ну ок. Прокачаю это, допустим. Посмотрим. Было 11%. Сколько сейчас будет? процентов меньше магии. Ну, как вариант. Но мне нужно ожерелье. А нам есть, кстати? Так, давайте что сделаю. Я просто сейчас. Ну, твою мать, мне это бесит, тупая херня. Так, маленький камень душ. Нет, во, крохотный. Так, ламеллярная броня. Это повышение здоровья. Так, кольцо мне не нужно. У меня лучше. Так. Стальная броня. Разрушение. Так, и допустим, это. Такс. Зелье. Заклинание колдовства. Посмотрю, может есть что полезное. Ничего полезного нету. Ладно, неважно. Надо все это продать. Такс. А, подождать будет. Я надеюсь, у него денег хватит, чтобы все это купить. Но я у него ожерелье прикуплю, чтобы его прокачать. Хотя я могу ожерелье, наверное, выковать. Пойду-ка я выкую. О, парень-стражник на месте, потому что я его не видел. Такс, херня. Так, драгоценности. Ожерелье, во. Золотое ожерелье с самоцветами, вау. Можно обычное серебряное ожерелье? Мне не нужно самоцветами. Так, ну в любом случае могу сделать тут дофига всего. И продать. Кожаный шлем. А стоит ли? А, хер с ним, гоу. Все остальное сделать не могу. Так, что здесь можно сделать? Я даже не помню, для чего это нужно. Я это не пользуюсь. Ну, улучшать ясен пень. Так, как насчет того, чтобы подождать? Сколько мне нужно ждать, получается? 6 часов, да? Ок. Здорово. Я не говорю, что я. Так, давай, я тебе продам все, что могу продать. Так, одежда. Бери кожаный шлем. И броню забирай. Это я ставлю. Стальная. А, я забрал все-таки стальную броню. Нет, другая броня. У Лидии получше будет. Так, оружие. Забирай. Забирай. Тоже можешь забрать. И денег у нее больше нет. А мне и продавать нечего. Найс.
Если что понадобится, загляни в магазин. Если что понадобится, загляни. Я понял, спасибо. Приветствую, родич. Посмотри, что у меня есть. Все продай. Погляди. Так, у тебя денег хватит, чтобы мне все купить? А то у меня столько всякого говна, ты бы знал. Я не хочу выходить, сраный бак, ненавижу его. Ну это я ставлю. Так, это забирай. Это все можешь забрать. Не нужно. Доставлю. Свитки. Разное. Так. Бадья. Я не знаю, откуда у меня. Клещи, не знаю, корзина. Метла, откуда она у меня? Я хз. Просто не спрашивать. Так, роза сангвина, это все бла-бла-бла-бла-бла. Пусть валяется. Одежда. Во. Сакс. Ладно, оставлю все эти колечки. Заходи еще. Эй, поосторожнее. Говорят, что в этой игре не стоит в меню использовать мышку. Блин, в этой игре тогда не стоит использовать, в принципе, ничего. Просто пусть она сама себя играет. Да-да-да. Вот что ты меня знаешь? Что ты меня знаешь? Давай, поговорим с тобой. Знаешь меня? Постой! Да, ты меня знаешь. Ты делаешь ошибку. Ошибки быть не может. Ты тот, кого разыскивают. Пора тебе заплатить. Один золотой? У меня нет на все это времени, а у тебя? Что ж, награда за твою голову небольшая. Один золотой, ребят. Один золотой. Один голд. И знаете, я из гильдии воров. Может, возьмешь взяточку 279 золотых за то, что он просил мне штраф один золотой. Просто логика игры. Да пошел ты. Боги улыбаются тебе, друг. Лидия, закрой меня. О, найс, найс, найс. Нет, Лидия, закрой меня. Я зря. Понял, ладно, мне он все равно не нужен. Потому что это великий камень душ. Так, предмет. Ожерелье. Он нюхнул что-то, окей. Навык зачарования повышается до 50. Найс. Так, предметы. Так, что я тогда могу снять? Лол. Это. What the fuck? Спасибо. Знаете, я. Окей. 13%, да? Окей, окей. Да пусть тут все валяется у тебя. Кстати, что у тебя есть? Печеный картофель 53% украсть? Ладно, хорошо. Очень полезно. Ну, можно пойти выполнять, наверное, этот квест. Вернем скелетный ключ на место.
Блин, как же далеко идти, не хочу туда идти. Я бы выполнил этот квест, если бы было не... Если бы это... О, тут еще ближе. Holy shit, сколько мне топать. Ладно, я понял, я доеду до Фолкрита, а там пешкодралом. Мне говорят, продавай все. Кому продавать? У людей денег нет. Какой смысл продавать, если денег нет? О, отлично, с водой графические проблемы. Такое чувство, что сейчас бомбанет. У меня или у системы? Так, до Фолкрита, потом оттуда пешкодралом. Лошадь бы надо взять. Может все-таки лиди меня прокатить? У меня 8727 золота. Я себе могу позволить лошадь, серьезно. Какие слова, я могу себе позволить лошадь. Я могу ответить. Ну, куда едем? Фолкрит, где? Ок. Залезай в повозку и отчасти... 50 золотых! Ладно, я могу позволить себе 50 золотых отдать. Как солнышко-то пригревает. Представляете, если бы надо было смотреть всю дорогу, как он едет? Если бы это был не fast travel, да? До ближайшего города большого. А реально пришлось бы ждать. Так. Тебе там не попадался пес? Какой пес? О ком все речь? Даже не знаю. Кузнец предлагает награду за пса, которого он вчера видел на дороге. Я надеялся, что тебе он попадался. Ну, буду продолжать искать. А ты смотри без глупостей, чужак. Окей. А вдруг я бы вас всех спас здесь? Товарный склад серые сосны. Во-первых, что нужно сделать в любом городе, это зайти в таверну и спросить, чё кого. Мертвецкий мед, это таверна, наверное, да? Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолкрите. Она с той стороны дала посмотреть, потом с другой стороны посмотреть. Добро пожаловать в мертве... Я убежала от битвы в Сиродиле, а она меня настигла в Скайре. Какие тут ходят слухи? Хорошо, она твоя на день. What the fuck? Я не хотел снимать комнату! У меня только что 10 золотых отобрали. Слухи, ну, расскажи мне. Сраный баг. Люди стали пропадать. А теперь говорят, что и наши охотники не вернулись. Слушай, если ты бываешь всюду, может, ты их поищешь? Вальдер и его друзей. Они вроде бы выслеживали медведя и двинулись на север. О боже мой. Я еще работаю, что посоветуешь? Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Надо убить дракона, вау. Интересное задание. Я покажу тебе твою комнату. Не, не, не. Крепкая выпивка согревает. Не, я пойду. Какой? Я чуть было не попросила тебя взять меня в путешествие, но вспомнила, что не могу бросить тут Валгу одну. Тут ничего особенного не происходит. Если останешься здесь надолго, можно со скуки помереть. Да, ну хорошо. Интересно. Лидия, пойдем. Я, естественно, не буду эти миссии выполнять. Ясен пень, убей дракона, иди найди этих. Это все... Называется квесты Скайрима. Очень интересные, разнообразные. Проработанные до мелочей. Боже, как далеко идти. Мне стоит дорогу найти, наверное, да? Здесь где-нибудь. Поблизости. Ух ты. О-о-о! Мама. Я туда не пойду. Ну-ка нахер. Ну-ка нахер. Это странное темное братство.
По-моему, я случайно сюда пришел. По квесту. Нет? Что у меня с глазами? Да, против них огонь хорош, я так полагаю. Сприган, обрыган, окей. Ага, стальной меч забрал. Найс. Я не знаю, куда я пошел, если честно. Наверное, зря. Ой, отстань! Ой, иди в жопу. Надоели мне эти странные драконы. У меня слов столько нету, чтобы вас убивать. Ты серьезно? Ты что, на полном серьезе? Вау. А это старейший дракон? Упс, полагаю, этот дракон посильнее, чем предыдущие. Ладно, восстановим ману, пожалуй. Упс. Почему он не снимается? Как это? Сейчас еще какая-нибудь херня прибежит. Он что, восстанавливает ХП? Нет, мне кажется. А это был камень. Нормально. А парень злой. Ну, камешек встал неудачно на пути. Лидия, ты жива? Где этот козел? Он улетел? А, нет, вот он. А он хилится. Я понял. Фак. Кто? Слышь, новичок! Лол. Фак. Новичок зря это сделал. А где он? А, вон он. Музыка уже закончилась. Колоти его, Литька!
козел. Так, зелье, слабое зелье магии. Исполняется. What the fuck? Это что было? Он приуныл, что ли? Лол. Нет. Сдохни. Решил повернуться. В нем есть сыромятные сапоги, ребят. Изи что-то как-то. Не знаю, куда он улетел, ну и хер с ним. Погнали. Мне понравилось, как некромант-новичок прибежал, такой, о, они сражаются с драконом. Давайте-ка я им ставлю по первое число, херак сдох. Просто Лидия размахнулась, знаете, локтем ему дала. Мол, ой, прости, сдох. Даже не хотела, наверное. Дракон идиот просто. Еще и старейший дракон. Кто из вас есть ху? Что вы делаете? Вы на дракона охотитесь? Что вы делаете, парни? Парни! Без понятия. Олень! Че мне жопу свою подставляешь? Оленина. Мне прям туда войти можно? Окей.